микрорайоне Подрезково работает уникальное предприятие. Здесь производят бильярдные столы, причем разных размеров, в том числе и детские. А еще делают мини-боулинги, мини-керлинги и другой спортивный инвентарь. Когда поступает заказ, мы его отправляем на сборку. Здесь уже готовы борта. Внизу лафет, опоры. Руководит производством Дмитрий Мезенцев. Свой первый бильярдный стол он сделал по просьбе сына. Это и стало отправной точкой. От изготовления трехфутовых столов он перешел к производству профессиональных изделий из качественного дерева и камня. Фишка наших бильярдных столов – это то, что они могут эксплуатироваться в неотапливаемых помещениях. То есть это дачи, это загородные дома, где не всегда поддерживается постоянная температура. Это сауны, там бани, это веранды различные. Предприятие работает в Подрезково больше 20 лет. Штат небольшой, всего 15 человек, но каждый из них фанат своего дела. Продукцию можно купить на маркетплейсах и в спортивных магазинах. Представители муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» встретились с трудовым коллективом, чтобы рассказать о мерах поддержки. Они заинтересовались, и данные меры поддержки помогут им в дальнейшем расти и развиваться. Они смогут возместить затраты за оборудование, которое уже купили, приобрели. Эта дорожка сделана из березы. Ее длина 220 сантиметров. Она покрыта специальным лаком, что позволяет защитить ее от ударов и царапин. Такой мини-боулинг можно поставить где угодно. На даче, в частном доме, в санатории и даже в реабилитационном центре. Ведь эта игра подходит для людей с плохим зрением. Играть очень просто. Достаточно поставить мяч на подставку и прицелиться. У предприятия есть запатентованные технологии. В планах начать серийное производство бильярдных столов для людей с ограниченными возможностями здоровья. К слову сказать, часть продукции Дмитрий уже поставляет в социальные учреждения. В условиях проведения специальной военной операции данное оборудование тоже стало востребовано. И данное предприятие уже в качестве гуманитарной помощи отправляет свое оборудование в госпиталя. Мы, конечно, очень рады, что именно на территории городского округа Химки реализовываются такие проекты. Расширить производство, закупить новое оборудование, возместить затраты и решить другие вопросы может любой предприниматель. Достаточно обратиться в МКУ «Малый бизнес Химки». Профильные специалисты проконсультируют и помогут оформить документы. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.